Возлюбленная рэпера Тимати рассказала о своем самочувствии в Инстаграм. Модель Анастасия Решетова публикует снимки из перинатального центра. Избранница артиста готовится к выписке из роддома. Вот-вот Анастасия Решетова и ее малыш, которого назвали Ратмир, поедут домой. Модель, хоть и погружена в заботы о младенце, не забывает подписчиков своего микроблога. Анастасия постоянно делится с поклонниками новостями. Решетова рассказала, что начала кормить сына грудью, а также надела специальный бандаж, чтобы быстрее вернуться в форму. Судя по всему, новоиспеченная мама переживает за фигуру. Корсет надела. Кормлю, вес еще не проверяла, написала зазноба рэпера Тимати в сторис своего Инстаграм. Ранее Анастасия Решетова признавалась, что роды были тяжелыми. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас, когда смотрю на него, даже до конца не могу поверить в то, что небеса благословили нас на такое чудо, отмечала модель. К слову, в самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный рэпер Тимати и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды. Примечательно, что мать модели ждала хороших новостей дома. Теперь родительница Анастасии Решетовой каждый день навещает дочь и внука в больнице. Кстати, мальчик, по словам Анастасии, похож на своего отца рэпера Тимати.